Добрый день. Сегодня мы напишем вот такую овечку на холсте 30 на 40. Какие нам понадобятся материалы, я перечислю. Давайте начнем. Я макаю кисть в разбавитель. Начну с фона. Белила. Бирюзовый. Штриховательными движениями. Слой достаточно тонкий. Изумрудная. Изумрудная плюс голубая ФЦ. Теперь беру тряпочку, делаю из нее комочек вот такой и ищу рисунок. Ну, отступить для головы, также отступить снизу. Вытираю до белого холста. Добавляю белил, потому что он такой там светленький, розоватенький. Также тень под головой. Заодно можно уточнить рисунок. Это ухо чуть пониже, чем вот это. Это чуть-чуть повыше. Накидаю кистью. Густота средняя. То есть не совсем жидкое и не очень плотно. С разбавителем, с веществом, краски. Делаю
делаем точечки глазок. По всем краям растираем. Где-то розовенького можно, одного там, другого. Где-то желтеньких, вот таких, допустим, крупненьких. Какой-нибудь может залезть на самого фуражку. Овечку. Ну, в принципе, можно сказать, что все.